Всем привет, с вами я, Виола, и у нас 47-й шаг. Снимаем мы его в ювелирном салоне. Вернулись мы в коллектив. И прежде чем начать, как обычно, я внесу объяснение для тех, кто смотрит нас впервые. Пожалуйста, по всем вопросам, касаемо цен, касаемо еще каких-либо, возможно, интересующих вас деталей, обращайтесь ко мне напрямую. Мои контакты будут закреплены в комментариях, также вы можете найти их в инфобоксе под видео. Что хотела сказать еще? Мы не называем размеры колец, потому что мы подгоняем их под ваш. Это у нас такой комплимент вам, нашим покупательницам. Посылки уходят раз в неделю, уходят они заказными бандеролями, и каждый лично я высылаю номер трека для отслеживания. По оплате мы ждем оплату до среды включительно. В среду, если нет никаких известий или каких-либо других каких-то моментов, которые бывают, все мы люди, то я автоматом снимаю бронь. Прошу никого на это не обижаться. Итак, вроде я сказала все, причем сказала в темпе вальса. Настроение прекрасное, у нас жара в Баку не стоит, уже невыносимая практически. Да, и начну. Начну уже традиционно с того, что на мне. Я в своем ожерелье, я в таких сережечках, колечке, в браслете, еще в колечке, еще в браслете. И, собственно, вот так я сегодня выгляжу. Мы решили больше не снимать мои аутфиты перед видео. На это есть определенные причины, но я о них умолчу. Итак, сейчас я сниму свои украшения и начну показывать вам те, что я выбрала для сегодняшнего показа. Украшения все яркие, очень красивые, подходящие ко времени года, думаю, к настроению и к желанию себя украшать и выглядеть ярко и эффектно. Итак, дорогие мои, первый набор, который я вам хочу предложить, это вот такой набор с раухтопазом, с дымчатым кварцем. Вот такая треугольная форма. Камень идет в огранке, и вот таким он образом будет смотреться на вас. Так, где у нас колечко? Колечко у нас здесь. И, пожалуйста, колечко к этому набору великолепнейшее просто. Несмотря на то, что раух, он такой, как будто бы не совсем яркий, скажем так, по оттенку, но все равно он смотрится очень эффектно, и при солнечном свете образ он будет, конечно, прекрасно дополнять, на мой взгляд, за счет граней, за счет того, что на солнышке все-таки он будет отсвечивать и будет очень-очень красиво. Следующий набор, который я вам с удовольствием продемонстрирую, это вот такой набор. Здесь у нас идет чистое серебро, в центре вот такие серебряные, достаточно крупные шарики, застежка идет вот такая вот петелька и застегивается. И давайте я надену, покажу. Вот так смотрятся эти сережки. Великолепный просто набор. К нему также есть подвеска и, безусловно, колечко. И вот так это все можно вместе прекрасно носить. Девочки, великолепный. Вот, вы сами все видите. И, конечно же, ролик с фотографиями обязательно выйдет, где вы сможете более детально рассмотреть украшения. И я сегодня не принесла гривну, прошу прощения. И вот таким образом, или вот таким, вы можете все это прекрасно приобрести и прекрасно носить. Действительно, набор очень красивый, как и все наши наборы. Ой, следующий набор у нас будет с неочищенным изумрудом, девочки. У нас был такого плана набор с рубином. Они очень красивые, они очень эффектные. Они, вот я говорю, в этом году, не то что в этом году, вот этой весной мне хочется каких-то таких подвесных сережек. Не знаю, что-то вот потянуло. И вот колечко. Посмотрите, какая красота. Рубин здесь идет с ограночкой. Ой, рубин. Изумруд. Прошу прощения.
И вот так это все можно на зеленый цвет. Я сегодня тоже, видите, в зеленом. Так что, девочки, успеваем и приобретаем. Ой, так, дорогие мои, следующий набор, который я вам покажу, он большой. У меня такого плана есть набор с моховым агатом. И вот он. Это гавлит. Это гавлит, вот такой вот мраморный какой-то камень. У него эффект мрамора, на мой взгляд. И, кстати, хочу вас всех предупредить, что очень часто вот этот самый камень как раз-таки выдают за бирюзу. Его окрашивают наглым, совершенно бесцеремонным образом. И вот эти прожилки, они играют роль якобы каких-то вот особенностей бирюзы. Но это, конечно же, не так. Этот камень сам по себе очень приятный. И смотрится он вот таким образом. Девочки, вот, посмотрите, какая прелесть. Вот какой-то наряд вот на лето, сейчас уже на жару, на тепло. Где-то даже... Ой, я прошу прощения, салфеточка. Да, вот, где-то на отдыхе, вот на загорелой коже, это будет нечто бесподобное. Вот под любой можно наряд, под зеленый можно, под белый, под черный, под синий, под красный. Универсальный практически цвет, белый вот этот, да, такой, знаете, он какой? Он льдистый. Он не чисто белый, а вот бывает уходит в кофе с молоком, да, бывает молочный оттенок, а здесь он такой вот льдистый. И вот эти прожилки, они ничуть не портят его, в том плане, что наоборот, это более смотрится интересно. Так что, дорогие мои, я очень рекомендую. Вы сами знаете, плохой я не посоветую, в принципе, плохого и нет. Но есть вещи универсальные, есть вещи немного обязывающие, конечно. Но опять-таки это зависит от самого человека. Для кого-то есть какие-то, ну, определенные рамки, в которые он себя поставил, да, касаемо именно внешнего вида, да, касаемо гардероба, касаемо наряда, украшений, аксессуаров. Для кого-то этих рамок не существует. Он может найти все, что придет ему в голову. И я за второй вариант, скажем так. Хотя я дикая перфекционистка и все время как-то думаю, а нет, это с этим, это с этим. Но тем не менее я могу и просто... Сегодняшнее ожерелье с этими сережками, это не совсем в моем стиле, потому что это слишком много. Но мне вот захотелось сегодня вот этого слишком много. И я себе в этом удовольствии не отказала. Так что, девочки, вы тоже себе ни в чем не отказывайте. Нравится — надевайте. Там кому-то нравится или нет, это уже дело десятое. Итак, дорогие мои, следующий набор — это у нас голубой топаз. Девочки, камень природный, не гретый, не окрашенный, никакой. Чистый голубой топаз. Очень красивой формы, очень красивой огранки. И очень эффектно он выглядит. Так, сейчас. Колечко здесь миниатюрное. Оно мне не проходит даже на безымянный пальчик, но пусть вас это не страшит. Размеры можно сделать любые, какие вам просто заблагорассудится. И вам это не стоит ничего. Вот, девочки, посмотрите, какая прелесть. Как он играет тоже на солнце. Великолепный набор. Очень красивый. Следом, мои дорогие, я вам покажу набор, который, возможно, многие из вас помнят или кто-то помнит. Это вот такой микс. Здесь у нас идет раухтопаз, сердолик, нефрит и желтый топаз. Итак, дымчатый кварц, сердолик, желтый топаз и нефрит. И посмотрите, вместе получается какая красота. И как это будет смотреться просто чудесно. Вот, такое яркое пятно, такой мультиколор. Это очень красиво. Вот, дорогие мои, посмотрите, какая прелесть. И здесь, я думаю, излишне будет говорить, что как, допустим, к этому моему платью подходит, да, этот набор, я имею в виду цветовую гамму, точно так же он подойдет под множество ваших нарядов. Это тоже универсальный набор. Посмотрите, какая красота.
Очень красиво. Так, следующий набор, который я вам с удовольствием тоже покажу, это любимые пуговички. Я не знаю, как вам, но мной бесконечно любим этот именно, эта модель. И это у нас пуговички будут вот такие. Это у нас «Ночи Каира». Камень не натуральный, не природный, это искусственный камень. Я думаю, все вы об этом знаете. Но это нисколько не умаляет его достоинства, его привлекательность. Авантюрин. Искусственный, повторюсь. Вот так смотрится сережечка. Она прям хорошо так к ушку садится. С джинсами вообще, ну просто кайф. Не только с джинсами, естественно, это можно носить со множеством нарядов. И с джинсами в том числе. Вот что мне нравится в этой модели, она, знаете, она подойдет как и под классический какой-то образ, да, так и под любой стиль, имею в виду, так и под любые другие стили, да. Под casual, допустим, даже с боха я его вижу, дополнить какими-то побрякушечками такими хорошими, и будет здорово смотреться. Вообще с одним и тем же украшением можно поиграть как угодно. Главное включать фантазию, чуть-чуть совсем буквально, да? Я знаю, что все мы это прекрасно с вами умеем, прекрасно мы с этим справляемся. И поэтому, девочки, я вам рекомендую частенько в жизни пользоваться этой нашей такой особенностью, нашим таким девичьим талантом. Следующий набор у нас тоже мульти. Захотелось мне ярких красок, захотелось мне чего-то вот такого прям, ну я не знаю, меня тянет. Погода или что, не знаю. Я наконец вышла из своего такого настроения печального, да, в общем, образ печального рыцаря. Он как-то надолго ко мне прилипнуть не может, потому что по натуре своей я не такая. И я сама устаю от себя, когда я хандрю. Ну это еще зрелище, и поэтому сразу себе так хоп за волосы и... туда, обратно. Прекрасный наш мир. Девочки, вот такой набор. Мультиколорный. Здесь у нас чего только нет. Здесь у нас и аметисты, и голубые топазы, и гранаты, и хризолиты, и желтые топазы. Девочки, посмотрите, какая здесь получается красота. Давайте эту красоту мы сейчас примерим с вами и для вас. Ой. Здорово, да? Очень здорово. Вот такое к нему кольцо. Как сами можете видеть, набор заметный, очень эффектный, обращающий на себя внимание. Причем этот набор можно носить на постоянной основе совершенно спокойно, учитывая, что впереди лето, впереди прекрасные солнечные дни. У нас они уже наступили, я знаю, что смотрит весь мир. И всем огромный привет этому миру. И везде, конечно, разный климат, но... все равно солнышко никто нигде не отменял. Где-то дольше, где-то жарче, ну, где-то менее. Но все равно оно есть. Оно нас греет и создает свое солнечное настроение. Так что вот такой набор, дорогие мои. Ой, и последний, нет, не последний, предпоследний на сегодня набор. Девочки, тоже очень красивый и тоже мультиколорный. Да, пусть вас это не удивляет. Вот сегодня такое у меня мультиколорное настроение. Итак, девочки, посмотрите, какая красота. Очень красивый. Он такой нежный, он такой девчачий, такой прям вот мой сладкий такой, хороший. Здесь у нас перламутровый цветочек, вырезан он из цельного перламутра. И у нас идет вот такой ободок с самоцветами. И что у нас тут из самоцветов? Здесь тоже. Идут у нас гранаты, голубые топазы, аметисты, хризолиты, желтые топазы. Это очень красиво, очень. Давайте я сейчас надену и покажу вам эту красоту. Вот. Вот какая прелесть. Почему я покашливаю? Не знаю. Извините. Вот, посмотрите, какое кольцо. Милота. Просто милота. Милота и красота. Чудо. Чудо.
Девочки, хочу я вам, знаете, что сказать? Немного пофилософствую, буквально пару минут, да, мое видение вообще, ну, чего? От того, что мы постоянно на себе экономим. Мы постоянно думаем о том, что надо потратиться туда, там еще вот это ждет, там еще что-то, какие-то траты, какие-то там, ну, я не знаю. Деньги уходят все равно. Они все равно уходят. Но когда мы дарим себе или дарят нам нечто вот такое, какие-то украшения, будь то серебро, будь то золото, будь то что бы то ни было. Пахнут. То, понимаете, это уже остается с нами. Это никуда от нас не уходит. Если деньги куда-то, да, уходят, мы потом вспоминаем, куда вот на это у нас ушло, там ушла такая-то сумма или такая-то сумма, то здесь все перед нашими глазами. Поэтому балуйте себя. Обязательно, обязательно балуйте себя. Нам это просто необходимо. Ой-ой-ой-ой. Так. Так, девочки. Последний на сегодня набор. И это красота, красотень. Посмотрите, какая прелесть. Девочки, это серебро с эмалью. Здесь роза вырезана из природного коралла. На ней посажены вот такие чуть-чуть фианитики разбросаны. И они ее нисколько не портят, потому что, знаете как, она очень, вот они очень хорошо сочетаются вот с этим фоном. Вот с этой эмалью. Вот таким вот образом выглядит кулон с обратной стороны. Девочки, это его родная. Что? Эти бантики. Застежка здесь серебряная. Давайте я его надену с огромным удовольствием. Его, конечно же, можно снять и посадить на любую другую, которую вам захочется. Но то, как он выглядит изначально, я покажу. Девочки, к этому есть, конечно же, сережки. Вот такая прелесть тоже. Я люблю вот такого рода детали, так они мне нравятся. Закрыт. Народ, видите у нас как? Машалла. Вот, посмотрите. Вот это само лето, само, вот, сама природа, ее пробуждение. Девочки, какое здесь кольцо. Это, конечно, безусловно, это набор. Его отдельно разбить нельзя. Нельзя взять отдельно кольцо, отдельно серьги или отдельно подвеску. Все это или отдельно вот эти вот ленточки. Девочки, это, конечно, безусловно набор, но он невероятный. Спрашивайте, пусть вас не пугает вид украшения. Подумайте, может быть, что там какие-то заоблачные цены. Нет, девочки, я вас уверяю, когда кто-то, ну, бывает такое, что наконец отваживается спросить цену, а потом говорит, что ух, а мы не ожидали, мы думали, что это в разы дороже. Поэтому, девочки, интересуйтесь. Красиво, да? Очень красиво, прям очень. Кораллы, эмаль, серебро и фианитики. Вот так вот выполнено кольцо, очень серьезно. Вот так у него тоже обработана внутренняя часть, обратная сторона. И вашему вниманию. Так, что у нас с наборами? С наборами у нас все. Давайте перейду к кольцам. А давайте по кольцам. Девочки, с удовольствием покажу вам вот такое кольцо. Здесь чернение. Серебро немного затемненное. Оно не идет, знаете, как вот полностью оксидированное, такое черное. Да нет. Оно слегка вот такое, знаете, патиной покрыто, такое интересное. Вот. Что мне говорить про лабрадор? Я когда говорю лабрадор, я все время вспоминаю Карла и Клару. И, девочки, вот, посмотрите, какое колечко. Вот так вот оно смотрится. Здесь вот такой вот орнамент. Очень хорошо тоже садится на пальчик. Шинка у него не широкая, я вам сейчас продемонстрирую. И вот таким образом смотрится это кольцо. Оно тоже очень эффектное, крупное.
тем не менее, не тяжелое. Оно так на пальцы, ну, не будет утяжелять ваш пальчик. И вот, пожалуйста, вот такое вот колечко. Камень не закрыт. Вот такая у него иризация. Так, следующее кольцо, которое я вам тоже покажу. Так, с удовольствием. Это вот такое кольцо в форме чалмы. Здесь у нас идет раух-топаз. Он идет в моей любимой огранке. Раух-топаз, дымчатый кварц. Я каждый раз себя, я уже этот обросла, никогда света не дает. Прошу прощения. Да, девочки, вот. Вот такой здесь дымчатый кварц. Вот такое крупное кольцо. Очень мне нравится эта форма. И вот так оно будет смотреться на пальчике. Чудесно. Высокая посадка у камня. Очень классное кольцо. Вообще все классное. Помните этот мультик? Какой чудесный день. Вот. Просто красота. Следующее кольцо, которое я вам покажу, это у нас агат. И вот такой вот агат. Крупное кольцо тоже. Вот. Посмотрите, какая прелесть. Вот такой он ажурный весь какой-то. Да что ж ты падаешь? Так, секунду. Извините. Так. Вот. Посмотрите, какую красоту создала природа своими руками. Наши девочки не дремлят, они тоже стремятся украсить к себя. Вот. Посмотрите. Вот такая красота. Красивое кольцо. Классно. Вот его можно разглядывать, что-то там выискивать для себя, видеть какие-то картины. Мне это делать несложно. Я где угодно могу что угодно увидеть. Так, осталось у нас два кольца. Так. И кольцо, которое я вам покажу, куда без оникса. Сегодня в комплектах я обошлась без оникса, потому что мне захотелось именно каких-то таких ярких красок. Но полностью лишить себя удовольствия, предложить вам нечто из оникса, я, конечно, не могу. Это, наверное, уже я буду не я. Поэтому, дорогие мои девочки, сегодня мы обойдемся кольцом. И вот такое колечко. Здесь у нас, как вы видите, две жемчужинки. И вот такой кабошон оникса. Вот такое прекрасное кольцо я с удовольствием вам предлагаю к приобретению. Оно и красивое. Вот давайте издалека покажу. Посмотрите, какое оно эффектное, какое оно крупное. Классно. Ой, следующее кольцо, это, конечно, вообще нечто невообразимое, совершенно фантазийное. Девочки, здесь идет уже родий. Здесь идут элементы позолоты. Очень интересно выполнено вообще кольцо, сама форма его. И вот такой огромный здесь аметист. Девочки, аметист невероятный. Огранка у него совершенно бесподобная. И посмотрите, это бомба. Бомба в прямом смысле этого слова. Посмотрите, какая у него высоченная просто посадка. Кольцо безумное совершенно, на мой взгляд. Камень играет невероятно. У него здесь, вот что интересно, у него вот здесь есть это озерцо, оставленное неограненным. Но за счет того, что изнутри вот вся вот эта вот мелкая огранка, даже это озерцо, оно переливается. И его специально оставили, чтобы была видна вот эта внутренняя огранка, как мастер постарался, какой шедевр он создал. Ну, красиво. Огромное кольцо. Так. С кольцами у нас все. И по времени все. Я не успею показать вам оставшиеся украшения. Поэтому, дорогие мои, буквально совсем скоро вы увидите вторую часть 47-го шага. До скорого!